все, все, трындец. Ты с ума сошел? Отпусти меня! Он убийца! До свидания. Влог. Ветер горы облетает, баю-бай. Над горами солнце тает, баю-бай. Привет, ребята! Наконец-то я взяла камеру. Рука не лежала у меня к съемкам, видите, она не лежит. И не у меня одной. Но я решила, что все-таки нельзя давать себе поблажек и останавливаться, потому что так хорошо пошли влоги. В преддверии, в общем, всех вопросов, которые у вас существуют по поводу всего, что происходило в Инстаграме, в интернете касаемо меня и Павла, могу сказать, что у нас, конечно, все наладилось, но это были тяжелые времена. СМИ пишут миллиард догадок по поводу каких-то левых женщин, которые типа там присутствовали. Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень-очень-очень-очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют. То есть в какой-то момент я перестаю уступать, и Паша перестает тоже уступать и делать там то, что я хочу. И мы начинаем как два огня гореть, и все сгорает вокруг. Это никогда бы не позволило себе подобного пиара. Если честно, я очень тяжело пережила все эти события, и у меня как будто высосали всю энергию. Если у нас с ним и бывают какие-то разногласия, они никогда не касаются третьих лиц. В наших отношениях третьих лиц не существует и не может существовать. Мы только вдвоем. Только наши какие-то неладушечки, характерные несостыковочки, играет свою роль. Но это было важно, наверное. Это был какой-то новый этап, потому что за этот период мы поняли, что мы можем пережить все. Нападение динозавров, нападение НЛО, смерть нашей планеты, апокалипсис. Все, что угодно, кроме того, чтобы не быть вместе. И поэтому нам придется что-то делать с нашими характерами и, в общем, искать точки соприкосновения, чем мы и займемся. Ну а пока не так весело, как всегда, не так энергично и позитивно, но я начну свой влог. И у нас гость команда. До свидания. Улетела в бездну. Еще я завтра улетаю в Минск на съемки. И тебя, камера, я возьму с собою. Буду сниматься в очередной художественном произведении. Считаешь, что камера живая? Берешь ее с собой, говоришь с ней. А сегодня наслаждаемся домашней атмосферой. Не надо спрашивать, где Паша, он на работе. Он сегодня до 11 снимается и приедет поздно-поздно вечером. Уже поздно спрашивать, где Паша. Все, наспрашивались, ребят. Лети, бабочка. Ну-ка. Лети, бабочка. Аплодисменты. А давай всем муху покажем. Всем муху покажем? На трубе. Вон муха сидит на трубе, да? А еще у тебя новая кухня, да? Сквиш-сквиш. 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 А мне надо идти собирать вещи, но это так лень. А ты надолго? Ну, я 20-го приеду. Но у тебя есть чем заняться, ты будешь ходить на занятия. Аманда пошла на пилон. Ну, в общем, все классно, да? Эх, ребятки. Сейчас очень рано. Я собрала вещички. Не надо мне рассказывать, что вы в 5 утра выглядите лучше. Зато погода шикарная. Птички поют. Вы знаете, непередаваемый запах мокрой земли, свежести. Я помню эти ранние утра. Невозможно. Когда нас мама заставляла вставать так рано и идти за грибами. Это вроде как сначала такой весь неохота, а потом находишь эти грибы. Такой счастливый. Салик ест. Его первый завтрак в 5. Я простудилась, блин. Хорошо, что я рано утром лечу. Я усну в самолете, и мне будет не страшно. Дорогие друзья, это становится традицией каждого лета. Встречать этого человека на съемочной площадке. Красивый крупный план. Ветер горы облетает, баю-бай. Над горами солнце тает, баю-бай. Ой, дорогие друзья, не получится этот влог веселый. Я прилетела в Минск и узнала, что сегодня моя бабушка умерла. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихо яблоко упало, баю-бай.
Подломился стебель мяты, баю-бай, желтым яблоком. Вы знаете, конечно, в душе, когда человеку 85, ты понимаешь, что рано или поздно это произойдет. И как бы на расстоянии начинаешь, наверное, морально готовиться. Но все равно это тяжело. У меня с бабушкой самые-самые светлые в мире воспоминания. Она была прекрасным человеком. Я как боялась умирать. Но мне позвонили и сказали, что она просто уснула. Наверное, я выпью водки. Знаете, я просто была в последний раз в Риге недавно и не зашла к ней в гости. Не успевала. И когда случаются такие ситуации, сразу начинаешь думать о том, что как нас всех закруживает эта земная суета. Любите близких, цените их. Заходите почаще к своим бабушкам, мамам. Говорите им, что вы их любите. Потому что можно этот момент профукать. Я очень верю и надеюсь, что моя бабушка меня слышит, видит и знает, как сильно я ее люблю. Вот. Доброе утро, дорогие телезрители. Я Буша, да? Слабо встать и сразу начать все снимать. Я, смотрите, готовлю себе завтрак, варю яйца. И у меня вареная курица с картошкой. Это все, на что мне хватило суточных. Ну, в общем, я еще не изучила местность, где я живу. И вы знаете, я сегодня проснулась уже с другим настроением. Видимо, надо было мне выплакаться вчера. Я рыдала весь день. Напилась в итоге успокоительных, уснула и проснулась уже с другой головой. Не знаю, как вам, но мне иногда очень помогает уснуть в этой плохой реальности и проснуться прям совсем другой. Я так делаю обычно. Кстати, Паша очень обижается, когда мы ссоримся, и я засыпаю, но я ничего не могу с ним поделать. У меня так организм реагирует на стресс. Бабулю я по-прежнему люблю и поеду на похороны. Все поедем, и Паша даже поедет. Переместил свой график, чтобы быть рядом. Конечно, настроение не фонтан. Я понимаю, что наши близкие, когда уходят куда-то туда, на небеса, они уходят в лучший, наверное, мир, на другой уровень жизни, перерождение и так далее. Может, перерождение в другой вселенной, в другой планете, в другой реальности. И на самом деле это, как в сериале «Викинги» кто-то говорил, да, я попаду в Валькирию. Все хотели умереть, чтобы попасть в Валькирию. Мне для проекта надо поправиться на 8 килограммов. Это невозможно с такими событиями в моей жизни. Я честно готовлю себе вкусный завтрак. И, в общем, да, соответственно, я понимаю, что наши близкие, скорее всего, направляются куда-то дальше. Но мы, видимо, не можем смириться с тем, что мы их не увидим, не обнимем. И наше эгоистическое «я» внутри нас порождает вот эти эмоции слез и обиды и какого-то сожаления, что не проводил с ними больше времени. Наверное, чтобы этого не было, просто проводите больше времени с родными, во-первых. Во-вторых, не будьте эгоистами. Я понимаю, что моей бабуле было уже 85, она уже была старенькая, тяжело болела уже. Ну, не тяжело, но приболела. Конечно, ей уже в этом мире было тяжело. И слава богу, ее душа освободилась и полетела туда, к звездочкам, к дедушке. Вот знаете, говорят, не задалось, так не задалось. Та-дам! Все мокрое, идет сильный дождь. Что за гребаная черная полоса, кто знает. Может, вселенная просто хочет, чтобы я полежала, поспала до смены. Ну, никак не погуляла по Минску. Чует. Просто чует. Час я ждала, пока пройдет дождь. Ни хера он не прошел. И что? Что значит, сидеть дома, что ли, теперь? Да нифига. Я не из тех людей. Все, хочу гулять. Я иду гулять. Такой вот необычный мотивирующий влог, да? Пожалуйста, смотрите, какую красоту бы я пропустила. Пойду поищу продуктовый магазин. Короче, сходила я сейчас в магазин, купила пакет продуктов, уронила, короче, копейки, начала с пола доставать. У меня ногти длинные, и это так неловко, потому что я не могу схватить ногтями копейку. В общем, я как лохопед сейчас сидела на полу, пыталась отковырять от пола копейки, потому что я так понимаю, что здесь они стоят дороже, чем у нас там уронил, здесь копейка пофигу, а здесь копейка-то больше. И когда я как раз эти копейки вытаскивала с пола, женщина такая: «Ой, я вас правильно узнала, это вы моя красавица!» И я просто... Блин, ребят, я реально покраснела. Блин, опозорилась в магазине, просто жесть. Ладно, что, кафе или дома пожрать? Да макароны с сыром дома сварю, пойдем. Кстати, в Москве на такое явление, когда человек идет и разговаривает с камерой, намного меньше зыркают, чем здесь. Здесь люди просто делают: «Крыша-то поехала давно». Хоть у меня в руках и маленький белый квадратик, у меня полное ощущение, что за этим квадратиком несколько тысяч человек, которые меня слушают. В данный период моей жизни для меня это, блядь, как ни странно, для меня это реально дико важно. Не важно, что вы меня слушаете и слышите, ну и поддерживаете. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня нет дождя. Пойду, наверное, я на массаж, решила я. Как вам, кстати, моя квартира? Смотрите, тру-тун-тун, тру-тун, тру-тун-тун-тун. И вот балкон даже есть, смотрите, там даже что-то сушится.
drop it to the flow, я не теряю интерес. Я могу потерять только контроль над собой, пока я здесь. Танцуй, двигай, 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 dance. Говорят, это полезно, я могу отдаться весь целиком, ага. Нам классно тут так, ага. Ночь сегодня так нежна, что наши тела танцуют до утра. Я включу фейдеры all night, но я не диджей. Ты качаешь головой так, будто силу шею. С нами девочки из поколения стертых коленей, но на них тут есть надежда, они не потеряны. Точно нет, 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 мы танцуем без так на кик-кик-хэд. Ты пока играет музыка, мы любите. Человек, ну-ка поверни шею так, раз, два, три. Все равно видно, что заклинило. Зажим, зажим, зажим. Ну давай, а кто из нас пойдет щекотать нос им? Интересно, о чем он думает? Вот посмотри, он прям в небеса смотрит, о чем ты думаешь? Ну эх, так чешутся руки. Мне кажется, это первокурсники. Это же студенты, актерские. Это первый тур, чтобы поступить. Ну ты прям, блин, вот это да, как сказать. Я вовремя подгадал, как отрадники хочу. Это бич 21 века, вот реально спрашивают, как дела? Ну а что у тебя спрашивать, я все про тебя знаю. В блоге смотрю, сторис смотрю. Ну посидим, помолчим. Так встречаешься с другом, которого не видел там 3-4 месяца. Он просто сидит и пиздит на телефон. Зачем 8 килограмм не брать? Для роли. Ты можешь быстренько похудеть на минус 8, потом забрать. Будешь как сейчас. Это крутая идея. Мне кажется, ли это очередь, блядь, в будку. Они думают, что это машина времени. Все, все, трындец. Так, ну что, будешь батл устраивать? А батл? Нет, батл. Какой батл? Ну как, кто больше набьет? Раз, два. Раз, два. Два, ну давай, я два, ты. Раз, два, три. Проиграла просто за секунду. Так что Андрей постоянно попадает со мной на шопинг. В этот раз шопинг менее радужный. В прошлый раз мы детям покупали одежду. В этот раз мы покупаем одежду на... бабулю съездить надо. Надо бабулю проводить последний бабулю. Путь. Не возила с собой. Да. Ну что, мы будем брать черную блузку и, наверное, какие-то черные брючки, чтобы быть аккуратными. Вы должны быть со мной во всех моментах в моей жизни. Андоленко. Здорово. Да? А где она, в кадре? Актеры находят друг друга в Минске. Но вот если вы нашли такой буфет смело, со спокойным лицом, идите, наливайте себе чай, берите печеньки, сваливайте, сваливайте. Актера можно найти по кабло. Садись за стол. Да ладно. Директор. Какими судьбами? Попросим сфоткаться. Девушка, простите, а можно с вами селфи сделать? Чуть попозже. Пожалуйста, сейчас пожалуйста. Сцена. Попозже? Ну ладно, я подойду. Привет, привет. Здравствуйте. Все, я не мешаю. А? У меня съемки тут тоже. Привет, YouTube. Ладно, мы поняли, что снимают важную картину, решили не мешать господину директору, он навсегда для меня директор школы. А три слова моим подписчикам, давай. Раз, два, три. Фах, ты ёб твою мать. В общем, наконец-то да, добралась я до того момента, чтобы взять камеру на площадку. Так, ну вот, ребятки, я загримировалась, оделась. Не-не, заходите. Короче, у меня сегодня... Я даже не знаю, кого играет этот мужчина. 6 листов сегодня надо сыграть. Первая сцена, внимание, с поцелуем. Но она первая и единственная в этом сериале с поцелуем. Все вы у меня всегда спрашиваете, как я отношусь к сценам с поцелуем и вообще к тому, что мой муж в кадре это делает. Ребят, я вам скажу, что это просто работа. Конечно, не будешь на экране 80 раз перематывать туда-сюда эти моменты и наслаждаться ими. Но это часть работы. Тем более, что это абсолютно не какой-то там момент. Всегда вокруг тебя полностью съемочная площадка, оператор, режиссер. Абсолютно нормальная актерская история. Мой видеоблог. Блог. Нет, у меня нет блога. Это Саша Константинов. Кто помнит, он выиграл шоу «Голод». Александр Константинов. Победитель шоу «Голод». Ежемесячная зарплата в $1000 США до конца жизни. И все задают один и тот же вопрос, Саша. Ты получаешь ли ты $1000 в месяц каждый месяц? Каждый месяц я получаю на протяжении 14 лет $1000. И будешь доллар получать растет, до? Доллар растет и мне. Блин, круто. В рублях. То есть ты прям в доллар. Да. Класс. Ну, получаю в рублях, но... Ну да. Но по курсу Центробанка, да? И будешь получать до смерти реально? Не знаю. Проверим. Давай мы начнем со спора. Выпил режиссер или нет? У нас просто режиссер немножко выпивает. Сейчас прошел обед, давай спорим на 100 рублей. Я говорю, что он не выпил, потому что я вчера жаловалась. А ты говоришь, что он выпил, да? Я все голову спорил. Ну давай спорим. Мы сразу поймем. Давай. Разбей нас, пожалуйста. На 100 рублей, да? Морожка. Еще одна морожка, никому не говори, сумки вытащили. Ну, сейчас дойдем до площадки и посмотрим кое-что. Мы поднялись. Какой это этаж? 5-й!
15-й! Было ощущение, что 15-й. Точно, смотри, вот и наша новая камера. Ее можно прямо, знаешь, как я смотрел? Я предлагаю погоню на ней снимать. Нет, фильм ужасов, смотри. Вообще в разные места можно засовывать. Интересно. Да? Ты пробовал? Да. Слушаем режиссерскую задачу. Я проверял. Вот здесь знаешь, что и 2-2-9-2-3-4-2. Давно муж? Спит Самсон? Приготовимся к генеральной репетиции. Давай! Знаете, мне, может, показалось, но Егор заигрывал с Аленой только тогда, когда это видели вы. Так, ну все, смена закончилась. И не надо думать, что актер плохо играет. Подумайте о том, что у него может быть ночная смена. Еще ужасно захотелось почему-то морковного салата. Еще через Киев. Крючок. На машине взяла и выругалась зачем-то, пока ехала в аэропорт. И сразу почувствовала всю тяжесть. Очень быстро пришла в Чикаго. Так, надо посмотреть, в какую сторону бизнес-лаунж. Как для чего? Тут точно не прийти туда, потому что я лечу экономом, бля. Я нахожусь в Борисполе. Не знаю, мне нравится Украина. Мне нравится энергетика Киева. А вот и мой самолетик. Добралась я до Риги успешно. Конечно, я вас возьму с собой на кладбище, но гроб показывать вам не буду. Уж сжалюсь я над вами, ребятки, сжалюсь. У мамы есть такой кактус. У него уже реально 3, 1, 2, 3. Все эти цветы я поливала еще в детстве. Что вам еще показать? Вот смотрите, Аманда с Тимохой. Тимоха, Маня, фотки. А вот я с новорожденной Амандой. Что еще? О, мы с Пашкой тут. О, Тимоха по луже бежит. Вот он. Он меня не бросил. До сих пор мой муж. Все это враки-враки. Нет, я должен. Позвонишь мне. WhatsApp? Давай. Давай, Факи. Нет. Мы на пути. У меня на самом деле на этом кладбище и папа, и дедушка, и теперь бабушка. Паша против, чтобы я снимала влог про похороны. Мне кажется, что это тоже важно запомнить историю. Да, Паша? Делай, как знаешь. Делай, как знаешь. Ветер горы облетает, баю-бай. Самый момент оставить рекомендации ресторану Ак-Тамар. Цезарь был говно. Карина? Так себе шашлык. Паша? Лена? Мама? Да, мне очень вкусно было. Могло быть и лучше. Да нет. На самом деле, похороны прошли. Мы проводили нашу бабушку. Санта в конвульсии убилась об дерево. Да я думаю, это может закрыть страницу бабушки Маши. Именно в физическом плане. В духовном плане она всегда будет с нами жить. Потому что этот человек нас воспитывал, этот человек нас брал на руки с первых дней нашей жизни. Это не забывается. Несмотря на то, что я нифига не мексиканка, я буду ждать этот праздник, я узнаю, какое это число, и от нынешнего дня буду праздновать этот день мертвых. Чтобы они все ко мне приходили, и мы с ними болтали. Идеальная жизнь, идеальная смерть, идеальный похорон. Пока, Рига. Какие-то невероятные двое суток. Я сегодня проснулась с какими-то опухшими глазами, видимо, из-за вчерашних похорон. Но мы дома, мы все дома. И, внимание, папа купил. Что такое, не работает? Вот как родители разрисовали его. Валя! Торжественный момент выката самоката. Обязательно, чтобы два пальца у тебя лежали вот здесь, на тормозе. Эта рука полностью тормоз держит. Эти два пальца. Тормозишь двумя. И медленно. То есть разгоняешься. А как, что за ваша поехала? Вот, видишь, здесь ручка. Ее немножечко. Немножечко даже вперед. А, это газ, да? Да. А, и все. Прям надо очень нежно. Ага. Иначе. Папа. Ты рулила? Да. Ну, я тоже тогда должна справиться. Что ты сохрани меня? Сохрани. Папа с мамой едут. Кто следующий? Пока! Хороший день сегодня. Что за тачка? У нас что, в кино деньги есть? Ух ты ж, ёпта. Можно я лошадке отдам два яблока?
Ой, какой красивый! Ба, правда что ли? А ты чё? А ты чё сказал? Будешь яблоко? Не стал. О, я вот беленького кормила. Белый! Кусает там. На яблоко! Яблоко! Кто будет? Идите ко мне. Вот он знает, что я кормлю его. Иди сюда. А все, кто профукал, тот проф... А вон валяется. Вот он. Ну ладно, сейчас принесу еще, подожди. На, я тебе обещала. Ой, какой классный. Какие же они прекрасные. Ну ты мне все время кушаешь. На тебе вот это. А тебе, на, вот тебе на я тебе взяла. Да-да, я вас люблю. Ну все, не надо есть мою руку. Ой, все ко мне пришли. Не, у меня нет уже больше, нету. Все, ты еще принести? Сейчас просто самый интересный момент на площадке. Кому там объяснять? Так, газ правая, тормоз, да? Левая, вот это сейчас тот момент. Идешь, но тебе это не поможет. Барахло, идешь. Нет света, который мог бы исправить твои изъяны. Прямой репортаж с площадки. Александр Константинов показывает суперфокус. Опа! Молодец! Вот это класс! Красава, красава. Давайте пройдем еще раз. Потерь. Красава, красава. Ты что, собираешься слушать эту малолетнюю хамку? Это малолетняя хамка. Мой пропуск большое кино. Тебе ясно? Сука. Долбоебово как. Классно мы сыграли, да? Молодец, дай пять! Внимание, смертельный номер. Пусти, я сказала! А ты что смотришь? Прекрасно все было. Оля, ты в порядке? Да. Все в порядке. Мы на самом деле дружим, не волнуйтесь. Не восстанавливайте, пожалуйста. Ну как сказать? Саша Константинов принес шашлык. Спасибо, Саша. Я съем весь. Пусти! Пусти, я тебе сказала, пусти! И да, даем пятюню. Даем пятюню. Я ничего не выдрала клок волос. Я ж не такая. Я жду трамвая. Очень вкусно. Как хорошо. Вообще невероятно. Ладно, драка, ладно. Сейчас я должна была из ружья. Типа из ружья киношного. Ну даже кино в кино. Выстрелить в героиню. И типа нечаянно ее на самом деле убить. Мы только что слышали звук ружья. Скажи, Оля, как ты думаешь, все будет хорошо? Ну я, если что, вообще тут не снималась, сразу еду. Это была моя сестра близнец. Как там эту актрису, которую у вас... Марина Петренко. Это была Марина Петренко, скажу я, и уеду. До свидания. Влог. Ты увела моего мужа. А забрав его деньги, ты его убила. Из-за тебя я потеряла своего ребенка. Ты ничего не докажешь. А разве я похожа на человека, который будет что-то доказывать? Да, не очень. Я похожа на человека, который будет что-то сейчас доказывать. О, тебе посадят. Проливать я на это хотела. Ребзи, короче, мне прикинь, сейчас дадут реально за заряженное ружье. Класс, класс, класс. Да-да-да-да. Аккуратно. Да, давай. Внимание! Начали! Зато не избавлю этот мир от себя. Ты нажал стоп? Это была последняя сцена. Стоп! Спасибо за работу! Игорь, прости. Ошибки нажал на стоп. Но Саша не услышал, что это был ложный стоп. Саша! Так, ну-ка, поставь его левее. Yes, я стрелял из настоящего. Опять заряжена? Снова привет всем. Вот такой вот неинтересный однообразный влог. Мы по-прежнему в Минске. Завтра у нас последний, на самом деле, съемочный день. Я хотел сбежать от нее. Как же теперь это не мое. В общем, я приехал на площадку, иду на грим. Алена! А?
Ты где? Я тут. Спасибо. Я же искренне стараюсь тебе помочь. А ты не такая дура, как я думал. Без конец, съемочная группа сидит. Как будто я одна в доме, смотрите, класс. И такая дребедень целый день, целый день. Соня, 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 кругом одна Соня, а я? Бесплатное приложение к тебе? Собачка, которую под мышкой носит. Ты с ума сошел? Отпусти меня! Стоп! Вы там не покалечены? Он убийца! Спасибо. Ой, дорогие друзья, вот и закончилась моя поездка в Минск. Правильно. Горло болит так, как никогда в моей жизни. Будет время отлежаться. Я думаю, на этом этот влог можно закончить сегодняшний. Peace. Берегите себя, берегите близких. Почаще говорите, что вы их любите. Берегите свое здоровье. И все будет круто. Ветер горы облетает, баю-бай. Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихо яблоко упало, баю-бай.